Набор 11. Гель-мастер. Самое клевое, что эти кисточки подобраны так, чтобы они делали за вас всю работу. Когда я не могу делать опил, мне это скучно делать, я делаю бортик. Но так как я работала моими материалами, а мои материалы, они требуют острого окончания кисти, четкой сборки, маленького размера, то я, конечно же, в набор включила вот эту кисточку, четвертую, SO04. Посмотрите, как она работает. Без прожатия вы начинаете гель чуть-чуть гладить, трясти, и он идет за вашей кистью, видите? Как только вы отпускаете кисточку, он просто тормозит на месте, и он уже не стряхнется с нее. Когда вы берете кисточку, вытягиваете тоненькую ниточку, жгутик, вы можете сделать вот такой вот шикарный козыречек, смотрите. И вам не надо будет ни опиливать, ничего. Кисточка для выкладки материала. Для выкладки материала. Камуфляжи, выкладка, выравнивание ногтевого ложа, техника капли. Это все делает эта кисть. Идеальная для этой работы. Эту кисточку в наборе скоро заменит моя любимая кисть. Разработка, которую мы делали 2 года. И Рублев наконец-то полностью удовлетворил меня. Мы успели ее запатентовать, поэтому кисточка, которая рисует сама улыбки из двух мазков, будет так и называться. Смайл. Кисточка для верхних покрытий, топы, топы, цветные покрытия, верхние цветные топы без липкого слоя, это она. Это идеальный ворс, я сейчас разобью и покажу, мягкий ворс, который выглаживает материал. И, конечно же, последняя кисточка, да, и не в последнюю очередь, именно ей я делаю вот эти бортики, которые не требуют дополнительного опила. Именно она тянет линию толщиной в 1,5 миллиметра или в 1,02 миллиметра. И именно она позволяет вам делать нормальную толщину ногтя с полтыка. Эти кисти даже обрезать не надо, потому что за нас рублевцы все сделали сами. Кисточка улыбка, смайл. Я набираю белый гель для рисованных улыбок. Одно движение, перевернули, второе движение. Ваша кисточка нарисовала улыбку. Больше не надо ничего. Хотите глубже? Давайте завернем глубже. Раз. Два. Это не просто вау. Она вылизывает материал. Она его распределяет. Она делает идеальный контур. Вам больше ничего не надо делать. Будет салонной улыбкой. Будет глубокая улыбка. Салон смайл и дип смайл. Для того, чтобы вам было удобно работать.